I'm the realest one that's repping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God. Всем привет, дорогие друзья, с вами Алексоник и Егор Помидор. И мы поиграем в игру под названием Майнкрафт на сервере. Ой, на карте 12 уровней, это уже третья серия. Нам осталось только вниз, редстоун на время, моб-арена и небольшое выживание. Погнали, моб-арена. Так, значит, берем старт. Тут завершенная книга, подожди. Ага, обсидиан. Надо... Подожди, мне... Стоп. Нужно выбить меч. Старт. Подожди, завершенная книга, что у меня? Поставить камни. Ёп! Наверх подымай! А хотя, стоп. Тут свист на первом этаже. А, тут надо, может... тут надо из свинок добыть и туда положить? Надо меч. Из них? Наверное, я не знаю. Так, подожди. Положи туда и нажми... Нажимал. Ну, старт. Нихера себе, я их тут наплодил. Сюда иди. А, тут 8 камней надо набить. Камни? Да, там уже булки надо набить. А как камень набить? Не знаю, из какого-то. Я ничего на их надюкал тут. Но как это свинок может выпасть медь? Да и не свинок он падает. А из кого? Я хер его знаю, ну то, что не из свинок. А где стенки вообще типа? Что стоит? Перестали бей! Мне 19. Ну все, я короче пошел, погнали. Там именно камень нужен? Почитай. Чешуйцы, помоги! Помоги, Егор! Улыбок тебе. Это самый мерзкий мол. Я самый мерзкий заяц. Бакс бай. Кидаю деньги в саун. Мочу. А чё она я не так долго мочит, блин? И почему именно рукой? Почему? А может по верхним этажам? А помоги, помоги! Да помоги, да Егор! Ты скричешь, они... Там дырка. О, камень! Нужно добыть 8 камня! Помнишь, они говорили? Нет, 2 камня дали. Ну, нужно 3. Добыть... Когда... Сколько тебе еще выпало? 4, надо 8. 6. Давай. 6. Нет, у меня 2, 8. Отдай мне камень весь. Дай мне камень весь. А подожди, а как из свиней можно выбить меч? Пошли выбивать меч из свиней! Подожди, что там по последним уровням, интересно? Да не надо! Понятно все с тобой, Егор. Нужно выбить уголь и кирку. Пошли выбивать уголь и кирку. О, боже, там криперы на последнем этаже. Ну ты дебил, конечно. Все, выбивай кирку и уголь. За нами выехали. Иди сюда. Помогай. Подожди. Да, я выбил свою кирку. Все, у меня 3 урона. Мочи киркой. Мочи киркой. Ну, в общем, для печки. Ну что, свиней повыбиваем это? Меч? Да. А то как-то без меча как-то неудобно. Пошли. На второй уровень. Тут что? Нужно выбить верстак и 3 алмаза. Ёп! Пипец. Я понял, для чего кирка, чтоб камень сломать. До свидания. Тут камень ну, ставить шбу, можно. Лыгу. Тут камень ставить можно. У меня сейчас кирка сломается.
Ну что, ты выбил меч? Стоп. Нет, он вообще из них не падает. Вот перережь всех свиней. Меч выпал. Убил железный меч. Дай меч. Дай. Да вы убей их. Кинул. Пошли вниз. А мы факин даем, Не может выпасть меч. Тут алмазник. Он от меня убегает, за ним. Попробуй сейчас еще сядь. Помогай! Тут алмазник за мной выехал. С него посмотри, что выпало. Выбил, Егор, иди сюда, Егор. На, держи. Вот, вон. Пошли тебе выбивать это штанышки там. Пародышки. Все, одного убил. Тебе что выпало? И все? Алмазник, блин. Да, и все. А как я тебе их сломаю? У меня ж нету железного. А я верстак, все, я верстак не могу. Стоп. Ой, зря. А что там надо добыть? Там порох надо было добыть? Нужно выбить две палки. Стой, просто отходи от них. Блин, одна выпала. Еще раз нажимай плюсик и агрись на них. Просто агри всех. О, палка выпала. Все, мы прошли. Ёп! Подожди, а мне нужно железо. Они еще могут спуститься. А мне нужно железо. Нужно выбить уголь и кирку. Я понял! Иди сюда, выбивай уголь! А, через уголь переплавим. Да. Я только что додумался. Видишь, какой я умный? Тебе выпал уголь хотя бы один раз? У меня уже есть один уголь. О, все, пошли отсюда. Три уже. Пошли наверх. Наверх пошли. Ёп. И нахер ты алмазников заспавнил? Чё выпало? У меня алмазные штаны. А, это... Алмазные штаны. И только в кожу. Так, мне нужно сейчас скрафтить печку. У меня как раз 8 булыги. Печка. И так переполовляем. Все. Все, пошли. Вот мелкие зомби. Ладно, не убью. Все, пошли. У меня полная кирка есть. И у меня тоже, потому что я ее скрафтил. Побежали ломать скорее. Это идите вы, свиньи недоделанные. Все, сломали. Кнопка. Ты уже нажал? Да, я успел нажать. Интересно, сколько мы... Стой, не заходи никуда. Сколько мы на... Давай. Так, давай, следующее. Давай рейнстоун на время. Мини-выживание. Ладно. Железный блок. Короче, копаем быстрее. А, подожди, стой. Запихнул, дай бог с ним. Стоп! Что? Ай, ты не видел мой кремень? Нет.
А ты в курсе, что в это место можно запихнуть любой другой блок по землю? Где? О, нашел кремень, я нашел кремень. Вот. Ну зачем ты это? На, кремень. Понимаю. А надо было 9, да? А не 8. 8, а 9, да. А вот, фух, железо дошел. Подымайся сюда, куда ты полез. Я пошел бедро копать. Поднимаемся, да блин. Подняться нахер. Отойди. Угу. Смотри. А нафиг ты туда поставил это? Да иди ты нахер. Все, ты что же поставил? Да иди ты нахер. Ля ты крыса, конечно. Побиваю, вроде чисто фор сделал. Редстоун на время. Давай, давай, редстоун на время, и тут все. Вон тот баганутый режим. Золотая мотыга. Мотыга способна ломать редстоун. Это для нас. Посмотри в ту сторону. Это страшно. Ну все, типа я... А что ты здесь взял? Я один... Ёп! Что? Я понял. Что? Есть, мы выиграли! Пошли теперь в тот баганутый режим. Погнали в тот баганутый режим. Все равно там ничего не было. А тот нельзя. Погнали. Там еще коридор в одну есть. Вот, ты появляешься тут, и все. И ты больше никак не пройдешь. А можно через shift было проходить, да? Да. Серьезно? Не, ну ты серьезно. Давай этот режим еще пройдем в коридор. Давай, потом. Давай, давай, давай. Там будет свет. О! Стой! Так, нужна кнопка. Ну погнали в ад. Ура! Она заносит! О! Координаты! Ёп! На, держи одну! Минус 1,98,51! Как координаты? Ага. Минус один, как? F3. Подожди. А! Минус, серьезно, минус один. А-а-а, иди сюда. Я понял. Надо нам забраться наверх куда-то. Наверх ада, может? Вот тут. 51. Иди сюда, сюда иди. Иду. Вот, минус один, 51. А как туда забраться? Наверх. Чё? Где? Куда? Погнали, тут надо бегать. Вон там вот, вон там надо. Я не знаю, там надо как-то... А, вон, иди сюда, скорей! Назад иди. Назад просто иди. Да убери ты креатив! Побежали. Тут даже ломать ничего нельзя. Блин, кто вообще это писал? Так.
дальше. Это неизведанность. Ну, понятно. Мне тут вообще чанка где-то. Да блин, там вообще... Мне тут чанков нету. Как здесь должен проходить? Все, просто иди за мной. Хорошо. Вон, 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 вон. Скорей, скорей, скорей. Боже, не понимаю, мне чанков тут нету. Пошли. Ты пропал. Ой. Пошли. Тут у меня какие-то эффекты. Пошли, вот, 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 дырка. Какая дырка? У меня тут вообще ничего нету. Ты вообще что-то видишь тут? Вон сундук, вон, вон, вон. Наконец-то сундук, а теперь надо вниз идти. Подожди, чтобы вернуться обратно, можешь прописать команду kill. Спасибо. Все, я написал, нажал. Мы прошли эту карту, ёп. Перный театр, господи, боже, еле-еле наш. Ну что ж, дорогие друзья, над этим видеоролик подошел к концу. Спасибо, что смотрели. С вами был Алексоник и Егор. Всем пока-пока. Всем пока. Мне кажется, это твоя вот последняя серия, третья будет на на полчаса. Дебил, она больно бьется, она мне сразу одну треть хп снимает. Мне кажется, вон этот последняя серия будет по три часа длиться. Ты такой, опять хочешь ПВП, я такой достойный из Рита Бич, Хэллоу. Фу, всем пока-пока, ёпть.